Рыбакит, папа рисует. Привет, я Ваня, сегодня мы на турбозаврах рисуем всякие штуки, в основном турбозавров, и сегодня мы делаем раскладушку. Я думаю, это будет здорово. Раскладушка – это открытка, подарок, игрушка для мамы, папы, для близких. Для работы нам понадобится хорошее настроение, может быть, турбозавры. Один лист бумаги, собственно, одного листа достаточно. Мы его сложим напополам, вот так вот, аккуратно. Аккуратно сложим и прогнем. Вот так мы это сделаем. Это легко сделать. Тут же, не останавливаясь, мы сложим его еще раз. И теперь раскладушка почти готова. Я тебе покажу, как она раскладывается и как здорово будет, когда мы что-то нарисуем на ней. А это будет большой сюрприз. Я называю это сюрприз раскладушка. Вот так вот. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сделали? Сделали. А теперь рисуем внутри сюрприз. Сюрприз будет, конечно, непонятен в самом начале, но потом тебе будет интересно это сделать. Особенно, да? Так что давай нарисуем его фломастерами, а потом раскрасим, к примеру, тоже фломастерами. Это будет робот или же динозавр, турбозавр. Это будет трак. Внутри трак будет. Мы нарисуем его просто, чтобы это было смешно и интересно. Внутри он будет спрятан. Смотри, рисуем сначала два больших глаза, вот тут, чуть-чуть правее середины, рисуем большой глаз один и большой глаз второй, похож на глаза лягушки. Внутри нарисуем кружочки еще и нарисуем зрачки. Зрачки, хорошо видно, хорошо, четко, такие вот бровки. А теперь внизу, вот здесь вот, нарисуем несколько кружочков, нарисуем вот здесь их, один, второй, третий. Один, второй, третий. По три кружочка. И вот такой подарок ты можешь уже открытку подарить другу. Но что внутри будет, это будет вдвойне интересно посмотреть. Мне тоже. Теперь мы будем рисовать здесь трака. Самого динозавра, который Т-рекс. Мы нарисуем мордочку ему, ножки, и чтобы он весь там внутри стоял. Начинаем с мордашки отсюда, чтобы она не вылезала сюда. Вот идет сюда, 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 сюда и сюда. Сам он вот такой ротик имеет, ноздри и круглые зубки. Он добренький. Теперь большая нога. Большая нога. Как известно, у всех тирексов огромные ноги. Тиранозавров, да? Огромная лапа. И маленькие здесь. Такие пи-би-бим. И здесь еще одна пи-би-бим. Теперь пузико. И еще одна лапа идет вот сюда. Вот так. Получается две лапы большущие, да, так соединяются. Здесь хвостик. И, собственно, все. Мы нарисовали нашего тирекса. Вот такой тирекс получается. Теперь мы его раскрасим. Раскрашивать мы будем тоже фломастерами. Ну, например, желтый. Он такой желто-оранжевый парень. Закрасим желтым, его закрашиваем. Стараемся постепенно и так поэтапно закрасить, чтобы не заходить за края. Это будет интересный подарок для мамы, к примеру. Ну или просто игрушка на память, потому что все свои раскладушки я сохраняю. А иногда вечерами мы с ребятами их открываем. Или когда приходят гости, мы показываем, что мы сделали. Много раскладушек, и нам интересно посмотреть сюрприз, как реакция зрителей, которые вот к нам в гости придут. Мы им покажем, а они радуются и смеются. Нам это очень нравится, мы хотим больше интересных, веселых забав. Так. Теперь я беру оранжевый и добавляю немножко точек в моего турбозавра трака. Он такой немножко с точечками будет. Как жираф почти. Чтобы повеселее был, да, такими точечками. Вот такой трак. Вау! Отлично. Вот так. Закрываем. А, здесь я еще хочу нарисовать маленькое сердечко. Я думаю, это будет интересно. И это будет, небольшой подарочек, когда человек откроет, а внутри он увидит сердечко. Складываем. И смотрим, что получилось. Вот он наш трак. И вот наш трак, когда мы его нарисовали. Так, смотрим, что получилось. Ребята! Я хочу вам подарить сюрприз-раскладушку. Как это? Что это? Это голова и это лягушка? Нет, это трак! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мне страшно, мне страшно, мне страшно! Трак!
Ну, так примерно мы играем в эти раскладушки. Это интересная забава, которую можно, ну, подарить другу, в садик отнести или в школу мои дети носят, показывают, что они делают такие раскладушки. Это здорово! Трак! Вот такая раскладушка. Надеюсь, что вам понравилось. Сегодня, я думаю, наш субботник подходит к концу. Мы можем посмотреть на мои работы, то, что я сегодня нарисовал, или же позвать вас в гости еще прокомментировать то, что вы видите здесь. А если вам понравится и комментариев будет достаточно много, то мы можем, в принципе, возвращаться и еще встречаться по субботам. Суббота рисунки и турбозавры тоже. Турбозавров много, интересных, есть чего порисовать и чего интересного найти, особенно интересного, мне нравится. И всегда что-то придумать, поделки, новые поделки, которые мы сможем повторить вместе. Я покажу, ты нарисуешь, и у нас получится здорово, мы научимся чему-то полезному. Теперь я желаю вам хороших выходных. Если вы что-то нарисовали, то присылайте здесь в посте ВКонтакте, Турбозавры ВКонтакте, YouTube можно смотреть, и также Турбозавры ВКонтакте. Вы можете найти и присылать свои работы в группу ВКонтакте, ВК Турбозавры, запомните, присылайте, я буду ждать вашей работы. Если вы что-то нарисуете такое турбозавровское, то обязательно присылайте, я буду рад смотреть, я буду рад ставить лайки и пообщаемся, придумаем, что в будущем мы можем сделать. Все. Прощаемся и до новых встреч.